В районе Бахмута наметилась некоторая коллаборация между Залужным и Герасимовым против общего врага, которого зовут Пригожин. Да, там еще не совсем понятно, кто кого окружил. Он симулирует. Эта штука по мочулищам прилетела, я имею в виду беспилотник, только когда стало ясно, что Лукашенко будет реагировать именно подобным образом. Здравствуйте, уважаемые зрители. Вы на YouTube-канале Политека. Меня зовут Евгения Кутнова. Оставляйте, пожалуйста, лайки под этим видео, оставляйте свои комментарии. Для нас это очень важно, ведь мы работаем для вас. Мой собеседник сегодня Юлия Латынина. Юлия, я очень рада приветствовать вас снова в нашем эфире. Здравствуйте. Юлия, российские оккупанты казнили украинского военнослужащего после слов «Слава Украине». По предварительным данным, погибший военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады. Оккупанты думали, что просто убивают украинского военнослужащего, но его смерть сейчас стала символичной. Хэштег «Слава Украине» породил мировой тренд. В украинском генштабе говорят о том, что так поступают никчемные убийцы, а не воины. Вот вы согласны с этим мнением? Ну, слушайте, когда видишь такие кадры, как будто взятые из фильма про Вторую мировую войну и про расстрел советского солдата фашистскими оккупантами, ну, то каких-то никаких других чувств быть не может. Другое дело, что потом начинаешь думать, понятно, что вот. Вот расстреляли. Зачем эти долбодятлы, почему эти люди опубликовали это? Или они, ну, абсолютные просто... Или они не понимают, что публикуют, что часто бывает, потому что иначе иногда люди публикуют все эти ужасные вещи, не понимая, как они на них выглядят. Ведь это не единственное видео такого расстрела. А иногда вот Алексей Арестович тоже правильно предположил, что, возможно, если это была намеренная публикация, то намерением было вызвать ответную волну жестокости, потому что, естественно, у каждого человека, который это видит, ну сразу он приходит в абсолютно неистовое состояние, думает, вот как бы взять винтовку, уйти на фронт и отомстить. Причем, да, это, кстати, даже совершенно не должно зависеть от национальности человека. Когда ты видишь героическую смерть, и когда ты видишь, как ублюдки расстреливают человека безоружного, совершая заведомо преступление, а он при этом себя героически ведет, то вот реакция у всякого нормального человека одна и будет одна. Да, вот вердикт истории уже вынесен. Если гипотеза Арестовича справедлива, то одна из вещей, которая для чего было это сделано, хотя я не уверена, что некоторые вещи надо объяснять заговором, их гораздо проще объяснить некомпетентностью, как говорил император Наполеон, что никогда не надо объяснять заговором то, что можно объяснить просто некомпетентностью. Так вот, в принципе, вот все, что делал, собственно, Путин в Украине с самого начала, когда вот творились эти чудовищные зверства, одна из, с моей точки зрения, там, существенных составляющих этих зверств было сделать так, чтобы россияне и украинцы ненавидели друг друга, как, допустим, арабы и евреи, и чтобы примирение было невозможно, и чтобы российские войска, скажем, ведь сейчас наверняка у Путина, ну, если не у Путина, то его генералов, закладывается мысль, что будет, когда российские войска, начнется украинское наступление, и очень вероятна вероятность, что или российские войска побегут, или будут сдаваться в плен. Вот, чтобы рассказывать российским войскам, не сдавайтесь в плен, там сделают страшные вещи. Юля, давайте перейдем к обсуждению ситуации в Бахмуте. Самая напряженная сейчас там обстановка, и все наше внимание приковано именно туда. Вот на ставке главнокомандующего было принято решение удерживать Бахмут. Вы написали об этом такую большую статью, в которой говорите о том, что несмотря на то, что официально украинские власти не признают пока оставление Бахмута, Бахмут все. Битва, длившаяся с начала августа, завершена, но проиграл от этого только Путин.
Почему вы так считаете? Нет, смотрите, статья моя уже устарела по той простой причине, что в пятницу-субботу, когда взорвали мост, и когда просто было известно, что это последний мост, по которому может нормальная техника выйти из Бахмута. И взорвали мост, вышли регулярные силы, зашли силы спецоперации. Это абсолютно то же самое, что вот в Северодонецке. В Северодонецке после того, как зашли силы спецоперации, было ясно, что город на самом деле сдан, но из этого не следовало, что город немедленно подошел под контроль российской армии, потому что там еще очень долго силы спецопераций, которые могут выйти в любую минуту, потому что они так не связаны техникой, это тихо пришел, тихо ушел, это совсем другая история, то они там еще будут резвиться, причем очень долгое время, тем более, что в отличие от Северодонецка, в часах яре стоит артиллерия, она может накрывать любую часть Бахмута. Но я еще раз повторяю, что вот то, о чем я писала в своей статье, то, что в принципе стратегически верно, что так же, как и Северодонецк, Бахмут – это размен территории на время, это размен наступающих российских сил на защищающиеся украинские в соотношении 1 к 7. И самая главная идея Бахмута – это не позволить сжечь те резервы, которые накапливает Украина для наступления. Но это просто уже устарело в связи с тем, что, как я сказала, первое, судя по всему, принято решение Бахмут позащищать. А второе, у меня, почему это решение принято, у меня есть идея. Может быть, она неправильная, ну, потому что моя первая идея была тоже неправильная, поэтому другое дело, что оперативная обстановка просто очень быстро меняется. Так вот, у меня есть идея, что сейчас, как это не цинично звучит, в районе Бахмута наметилась некоторая коллаборация между Залужным и Герасимовым против общего врага, которого зовут Пригожин. Дело в том, что когда стало понятно, что Бахмут, скорее всего, будет оставлен, пригожинские очень быстро побежали вперед, и они действительно, в отличие от российских регулярных сил, довольно сильно продвинулись. Если вы посмотрите на карту, они, с одной стороны, как бы... Да, там еще не совсем понятно, кто кого окружил. Потому что если, допустим, сейчас украинские силы из Белогоровки пойдут на Попасную, то окружены будут именно пригожинцы. И что-то мне подсказывает, что Герасимов не очень сильно будет их спасать. А еще раз повторяю, это вот только предположение. Мы как раз это предположение совсем недавно обсуждали с Романом Светаном. Но посмотрим, что будет дальше, потому что вот, как-то не странно, это уже отмечалось в Солидаре. Когда непосредственно город Солидар брали пригожинцы, а регулярная армия вокруг них стояла кругом, и таким образом она играла что-то вроде заградотрядов, а внутри Солидара, соответственно, ВСУ для Герасимова уничтожали пригожинцев и наоборот, разменивались. И вот посмотрим сейчас, что будет под Бахмутом. То есть вот вместо повторения истории с Северодонецком, которая сама по себе неплоха. И мы только что ее обсуждали, мы многократно ее обсуждали, что вот то, что называется Арестович «Операция обезьяна сунула руку в кувшин», то, что ваша покорная слуга называла операцией «Муравьи на мокрый кусок сахара», когда российские войска и в Северодонецке, и в Бахмуте со всех сторон фронта сбегались на достаточно неважный стратегический кусок. И с одной стороны они там перемалывались, а с другой стороны они благодаря этому не наступали на других участках фронта, и выигрывалось время, чтобы подвести оружие, а в данном случае обеспечить наступление и перевожить украинскую армию. Но вот мне кажется, что сейчас там на тактическом уровне, на оперативном уровне будет что-то очень интересное, потому что Залужный не станет повторять истории с Северодонецком. И, возможно, вот судьба Пригожина будет в этой истории ключевой. Вот я говорю, такая удивительная кооперация. ВСУ для Герасимова перемолят Пригожина. Юля, это очень интересная версия. Будем наблюдать, как будут происходить события далее. А вот я, кстати, Вот обратите внимание, что Пригожин уже не случайно он заверещал, да, он закричал, он бы это тоже увидел. Вот. Вот, собственно, да, как бы я говорю это ровно потому, что об этом уже начал говорить сам Пригожин.
Альфред Кох, кстати, в интервью с Евгением Киселевым сказал о том, что Пригожин в сложной ситуации, его зажимают свои, и он в этом видео обращается публично к Зеленскому с каким-то явным предложением. Кох делает вывод, что он готов отдать Бахмут в обмен на что-то и ждет предложения. Вот как вам такая тоже версия? Нет, сразу так, кто готов отдать Бахмут в обмен на что-то? Пригожин. Нет, Пригожин, ну слушайте, нет, я, если можно, я этого не могу комментировать, потому что я не слышала точности, что сказал Кох, поэтому было бы странно комментировать. А с другой стороны, мне кажется, единственный смысл обращения Пригожина – это как раз к российской стороне, что-то «помогите, люди добрые, вы меня тут кинули, как рыбку на крючок, и сейчас я болтаюсь, и чего?» Но, опять же, что я слышала, вернее, что говорит Владимир Осечкин, я крайне человек, который очень много инсайдов, он говорит, что сейчас Пригожина будут заменять Малафеевым. И, соответственно, вместо заключенных, которые вербует Вагнер, заключенных будет вербовать в том числе ЧВК «Редут». Вот, собственно, мы как раз это с Владимиром обсуждали. И после этого раз я слышу, что оказалось там у Майбаха Малафеева найдена какая-то бомба, мы заложили эту бомбу на стоянке, разминировали на внешней стоянке, разминировали на подземной. Кто знает, как ездят российские олигархи, ну, украинские олигархи, впрочем, ездят точно так же, но они всегда знают вот эти кортежи, которым не то что не подступишься, там справа машина, слева машина, сзади с мигалками. Поэтому, когда я вижу, что кого-то там подкидывают на какой-то стоянке, этот Майбах, если это этот Майбах, стоит без охраны, без машины сопровождения, как-то мне это все сомнительно. Я уточню, если позволите, правильно ли я вас поняла, что вы считаете этот инцидент инсценировкой? Как вам сказать, они там, этот инцидент, если я не ошибаюсь, ФСБшники говорят, что это типа вот этот вот White Rex, этот вот командир русского добровольческого корпуса. И я, конечно, не хочу этого White Rex обижать, но суть потому, что вы видели, его уровень — это пройти на 600 метров в Брянской области вглубь российской территории и снять селфи на фоне фельдшерского пункта. Предположить, что его люди способны заложить мину под Майбах Константина Малафеева, человека весьма охраняемого, у меня фантазии не хватает. Это ФСБ ему льстит. Хорошо, Юлия, давайте перейдем к обсуждению ситуации в Крыму. Вот крымские телеграм-каналы сегодня с утра писали о взрывах в районе аэропорта Бельбек. Местные власти назвали все эти сообщения ложью. Существует также мнение, что в РФ сейчас формируется так называемая оппозиция в составе Пригожина, Кадырова и Аксенова. Вот как вы думаете, это все пока слухи или что-то действительно может происходить? И, например, Аксенов понял, что все, то же дело труба, и будет просить помощи того же Кадырова и Пригожина. Не-не, стоп-стоп. Насчет взрывов в аэропорту я просто реально ничего не знаю, к своему стыду. Просто, ну, мы знаем, что периодически сейчас и в России, и в Крыму что-то взрывается, беспилотники летают и так далее. Поэтому, ну, просто поскольку я совершенно конкретно не знаю, что там взорвалось, я, если можно, беру тайм-аут, потому что я... Считайте, что я невнимательно следила и ничего не могу сказать. А что касается Кадырова, Пригожина и Аксенова, ну, я не знаю, как Аксенов затесался в эту компанию сейчас. Да, потому что вот когда все было хорошо, то, конечно, да, там Кадыров и Аксенов очень дружили, это и хорошо известная история. Но сейчас, во-первых, я не вижу, чтобы Кадыров так сильно поддерживал Пригожина. Он куда-то свалил в кусты вот после того, как распался их союз с Суровикиным. Кстати, никогда не вспоминают, очень редко вспоминают третьего участника этого триумвирата. Это же был еще Золотов, помните, у них вместе. Кадыров, Пригожин, Суровикин и Золотов. Я просто не знаю, где в этой ситуации находится Аксенов. Могу сказать вам честно, хотя поинтересуюсь, наверное. Просто по той простой причине, что Аксенов, ну, совершенно не является самостоятельным политическим игроком.
и в нынешней ситуации. И я как-то, знаете, вот также мне сложно представить себе, как я уже сказала, русский добровольческий корпус, закладывающий мину под Майбахом Малафеева, но представить себе Аксенова, который Крым обороняет в одиночку, ну, знаете, я напоминаю, что этот человек, когда он руководил политической партией, он, по-моему, 4% набирал на выборах до 2014 года. Гоблин у него кличка. Вот разве что, значит, своих бывших соратников он поведет на оборону. А что касается Кадырова и Пригожина, то вот я еще раз прошу обратить вас внимание, что они, первые очень... Больше их как-то, в общем, не очень видно вместе. У Пригожина, как мы видим, не очень хороши дела в том смысле, что его довольно откровенно тратят. Я не знаю, насколько это будет финально для Пригожина, потому что, с моей точки зрения, Путин будет в какой-то мере продолжать его использовать. Но, судя по всему, вот эта вот ситуация, когда человека поставили руководить ЧВК и выполнять ту же роль, которую в первой части войны выполняло одноразовое ополчение ДНР и ЛНР, и вдруг у него образовались какие-то политические амбиции, и вдруг он стал раздавать всем советы, и вдруг его подопечные стали говорить разные матерные слова в отношении Герасимова. Я думаю, что Путин, который очень чувствителен к тому, чтобы его власть была неприкосновенна и неуязвима, ну как там, Путин годами, я не знаю, там, никакую оппозицию на выборы не допускал. А тут вдруг он видит вот этого человека с штыками, которые присягнули лично ему. Я думаю, это главная причина неприятности господина Пригожина. А что касается Кадырова, то мы тоже видим, что у Кадырова тоже есть какие-то не очень приятные истории. Насколько я знаю, Кадыров практически не вылезает из Эмиратов. А насколько мы видим, да, он очень сильно изменился внешне. Значит, разговоры о каких-то врачах, которых выписывают из ОАЭ, о проблемах с почками. Проблемы с почками очень часто указывают на отравление, тем более, что очень странную вещь сказал Кадыров. Вот я все пытаюсь понять, как ее интерпретировать. Когда вот этот резко изменившийся человек, у которого, вероятно, проблемы с почками, вдруг заявляет, что его ближайшего помощника Абтиалудинова пытались отравить путем отравленного письма. Каковы в свое время, как известно, российские спецслужбы отравили Хаттаба. Он про Алаудинова говорил или про себя? Вот как-то не совсем понятно. Но понятно, что если ни Кадырова, ни Пригожина не было на оглашении вот этой речи президента Путина, то это такой сигнал всем остальным. Смотрите на этих двоих знаковые, к ним особенно не прикасайтесь. Посмотрим, что будет дальше, но я думаю, что вот это удивительное зрелище Кадырова, который, с одной стороны, не принимал участие в боях, а с другой стороны, снимал тиктоки, на которых актер, изображающий Зеленского, капитулировал лично перед Кадыровым, не перед Путиным, а перед Кадыровым. Ну, слушайте, я уже говорила о маниакальной подозрительности Путина, но что он должен думать, когда все это происходит? Юлия, вот на фоне, скажем так, этих сообщений о том, что ухудшается здоровье Пригожина, мы видели, что Путин встречался... Пригожина или Кадырова? Стоп. Кадырова, простите, пожалуйста. Да. Кадырова, да. И мы видим, что Путин в это время встречается с его 17-летним сыном. То как это тогда трактовать? А вот я и говорю, что вот я Белковского сегодня спрошу, как это трактовать, потому что все это как-то какие-то абсолютно византийские или турецкие истории. И сразу вспоминается, естественно, сам Кадыров в тренировочном костюме после смерти своего отца. А я напомню, что до сих пор неизвестно, кто подорвал его отца. А потому что даже когда Кадыров говорил, что он отомстил за смерть своего отца, Он говорил, что он отомстил тем людям, которые хвастались, что они убили его отца. Да, заметьте формулировку. Хвастались, что они убили его отца. Не убили его отца, а хвастались. А знаете, в Чечне, вообще на Кавказе иногда бывает хвастаться тем, что они делают. Это распространено. Не только, кстати, на Кавказе, не только в Чечне. И
Ведь отец Кадырова погиб после того, как он начал разбираться с силовиками за контроль над нефтью. Кто, собственно, будет контролировать чеченскую нефть? И после того, как он погиб, было совершенно неочевидно, что Рамзан Кадыров станет ее преемником. Он просто оказался гораздо сильнее, чем, видимо, предполагали силовики и сам Путин. Юлия, вот вы упомянули Белковского Станислава. Вот его, я когда готовилась к интервью с вами, в его телеграм-канале прочитала новость о том, что, ну, не новость, наверное, а версию о том, что, возможно, Кремль согласился вновь отправить Навального на лечение в Германию, и посредниками в этой комбинации выступили акционеры Альфа-групп. Почему соратники Навального и выступили решительно за снятие евроатлантических санкций с Фридмана и компании? И он говорит, что если это мега-версия, верна, сделка между РФ оппозиционерами и Альфа-групп выглядит уже немного по-другому. Вот что вы об этом думаете? Могла ли быть такая, скажем так, сделка? Мне, к сожалению, сложно представить себе такую сделку. Во-первых, я для начала, да, для начала я не представляю себе, каким образом Фридман или Авен могут уговорить Путина выпустить Навального. Да, то есть это находится, это примерно из той же серии. А могут ли Фридман или Авен свергнуть Путина? Ответ – нет. А могут ли Фридман или Авен убедить Путина сделать что-то? И дальше идет перечень из 120 пунктов, которые они не могут. Ну и, собственно, любой другой олигарх из прежних российских олигархов, я не имею в виду вот людей типа Ковальчука или Тимченко, которые, по крайней мере, вхожи в Путина. Ну, очевидно, нет. Поэтому мне кажется, что эта версия, ну, как сказать, ну, с таким же образом, с таким же, также можно было выдвинуть версию, что там Джордж Сорос о чем-то с Путиным договорился. Вот Сорос скорее договорится, чем Фридман. Хорошо, давайте перейдем к обсуждению новости. Да, но я добавлю, что, так сказать, со мной никто ни о чем не договаривался, но я, в принципе, считаю, что санкции... Я понимаю, что это непопулярное мнение, и что за него очень тыкают пальцем. Я, в принципе, считаю, что санкции против российских олигархов, еще раз повторяю, не тех, которые являются реально близкими Путину, не против Ротенбергов, не против Ковальчуков, не против какого-нибудь, ну, Яконин уже там бывший и так далее. То есть санкции против всех тех людей, которых Путин привел с собой, которые от него кормились. С моей точки зрения, эта вещь очень правильная. Но когда санкции вводятся против тех людей, которые пришли до Путина, а которые с Путиным не... Да, потому что есть еще люди там, типа Виксельберга, которые были до Путина, но потом усиленно пользовались услугами силовиков российских, припутинских. Там каждого надо оценивать в отдельности, но я так же, как и Евгений Чичваркин, считаю, что эти санкции – это скорее дань популизму, потому что, ну, олигархов все не любят. Олигархов не любят сейчас даже в Соединенных Штатах, гораздо проще бросить камень в олигарха, и, значит, тогда можно быть спокойным, что тебя никто не заподозрит в том, что, значит, и население тебя будет любить, и левые тебя будут любить, и никто тебя не заподозрит, что ты с этим олигархом как-то сговорился. В общем, это популистская и глупая мера. Лукашенко обозвал Владимира Зеленского гнида и заявил, что вызов брошен. Он считает инцидент, который случился в Мачулище, на аэродроме Мачулище, диверсией. Также вот появилось видео, где якобы задержан диверсант, ну, как говорится, да, и где он рассказывает, как он совершал, собственно, эту всю диверсию, и рассказывает, что все это его завербовало СБУ. В службе безопасности, кстати, сказали, что не будут комментировать этот инцидент. Подоляк опроверг слова Лукашенко. Вот что. Какие слова Лукашенко он опроверг? Что Зеленский гнида? Относительно теракта. Относительно теракта. Вот, Юлия, и скажите, пожалуйста, тогда это что? Он определился, у него весеннее обострение. Что с Лукашенко? Как трактовать его заявление это? Евгения, а у меня к вам встречный вопрос. Вот скажите, у Лукашенко в Мачулищах на аэродроме был поврежден, был обижен, был, я бы сказала так, обижен скорее существенно, дорогой самолет.
А что в ответ делает человек, который на самом деле хочет сделать обратку или ответку? Выходит со встречным каким-то заявлением. Нет, человек, который хочет на самом деле дать сдачи. Извините, это же было не заявление по поводу самолета, это же был беспилотник по поводу самолета. Это две разные вещи, беспилотники и заявления. Так вот, человек, который реально хочет дать сдачи, он, например, предоставляет после этого свою белорусскую территорию, ну, скажем, для запуска ракет «Искандер» или для запуска ракет «С-300» по Киеву. Потому что я даже специально напоминаю, что последние несколько месяцев никакие ракеты, которые летели в украинскую инфраструктуру, не летели с Беларуси. И даже один раз было, когда по Киеву прилетело несколько ракет очень быстрых, и все гадали, это С-300 или С-400. А разница заключалась в том, что ни те, ни другие нельзя сбить. Но С-300 могут достать из Киева только до Киева только из Беларуси. И причем их у России как грязи, потому что их там 7000 штук. А перехватить их нельзя, там 6 махов. Но летят они по баллистике чисто. То есть они вообще не могут прицелиться. Они могут прицелиться только в воздухе, где у них есть радар, подсвечивающий цель. А когда они летят по земле, они просто летят по баллистической траектории, как ракета «Коса», но только, естественно, дальше летят. Так вот, С-300, как грязи, и могли бы достать Киев из Беларуси, но и понятно, насколько это тяжелая перспектива, потому что, ну, представьте себе, 7000 ракет, которые летят, ну, буквально как Фау-2, куда Бог послал. И все-таки у них достаточно существенная боеголовка, если бы все это стало падать на Киев. Но Лукашенко не дает разрешения, соответственно, это летело из Брянской области, соответственно, это было С-400, а поскольку С-400 у России раз-два и обчелся, они там, по-моему, 250 или 220 километров летели, я уже забыла, то, соответственно, Путин был вынужден это прекратить. Мой поинт заключается в том, что вместо того, чтобы отвечать, он симулирует. Подумаешь, он назвал Зеленского гнидой. Но ракет-то не будет. И это, собственно, самое главное, на что надо смотреть. Не надо смотреть на те фейерверки, которые запускает своим ртом белорусский диктатор. Надо смотреть на то, он осмелится или не осмелится. Так вот, мой поинт заключается в том, что мало того, что он просто привык, да, он уже видит, что Путину очень часто достаточно симулировать верность вместо того, чтобы на самом деле быть верным. Достаточно снять ТикТок, как Кадыров снимал ТикТоки, вместо того, чтобы сражаться. Вот Лукашенко тоже снимает ТикТоки. Но, что очень важно, да, вторая вещь, которую я хочу сказать, что эта штука по мочулищам прилетела, я имею в виду беспилотник, только когда стало ясно, что Лукашенко будет реагировать именно подобным образом. Потому что, согласитесь, этот А-50 летал там давно, мозолил глаза давно. Он, я помню, то есть еще до того, как полетели ракеты в инфраструктуру украинскую, все время там при каждом запуске ракет, еще тогда это было не по инфраструктуре, например, это по дому офицеров пускалось в Виннице, взлетал этот А-50 и пытался определить, где при этом включается ПВО, потому что он видел всю территорию Украины. И, кстати, один раз он, насколько я понимаю, что-то там увидел, потому что, к сожалению, вот этот пуск калибров по дому офицеров в Виннице, он был, судя по всему, именно приманкой, потому что должно было зажечься дальше ПВО, и вот этот А-50 как раз смотрел, где оно зажглось, и после этого прилетел кинжал. Это был единственный случай, когда кинжал прилетел именно по территории аэродрома в Виннице, и там действительно что-то очень хорошо попало. Так вот, это я к тому, что запустили этот беспилотник только после того, как стало ясно, что Лукашенко не осмелится реагировать. То есть в этом смысле и этот беспилотник в Беларуси. Там два несколько беспилотников было. И беспилотники по территории России, этот рейд в Брянской области. Это все одна большая картина, что абсолютного усиливающееся на наших глазах бессилие России, бессилие Путина и бессилие его наступления прежде всего, потому что, несмотря на то, что мы сейчас обсуждали Бахмут, это погода не меняет. Никакого
гигантского вот этого путинского выступления. Нет, оно ушло в песок, оно вместо того, чтобы быть цунами, таким мелким дождичком стало. И все видят, что можно Путина щелкать по носу, и щелкают его, и каждый щелк дополнительно показывает, что Путину нечем ответить. Либо переговоры, либо будет больше масла в огонь. Так заявили в МИД Китая о войне в Украине. Там уверяют, что не поставляли оружие ни одной из сторон, но тут же задались вопросом, почему США просят Китая не поставлять вооружение России, когда сами продают Тайваню. Вот много так говорится и о мирном плане, который озвучил Китай, и о том, перейдет ли Китай красные линии или нет, и будет давать оружие России для войны в Украине. Вот по вашему мнению, во что играет Китай? Китай играет, как всегда, в величие Китая. А Китай играет, как ему кажется, достаточно беспроигрышную партию, которая имеет... То есть в начале, насколько я понимаю, всей этой истории, у Китая было два варианта. Либо если Россия будет выигрывать... то Китай сможет захватить Тайвань, либо, если Россия будет проигрывать, продать Путина в обмен на хорошие отношения с Соединенными Штатами. А насколько я понимаю, Китай... Ну, согласитесь, если Лукашенко... Вот мы только что разбирали Лукашенко, который не осмеливается помогать Путину больше, чем он помогал ему раньше, даже несмотря на А-15. Ну, когда от Путина отвалились все, кроме Науру. Но с какой стати Китаю помогать лузеру? Китай не будет помогать лузеру, Китай будет торговать лузером. Делать он это будет весьма успешно, и возможно, что он будет на каких-то тактических моментах Путина выручать, ну, примерно по той же схеме, по которой... Западные державы в XIX веке иногда выручали атаманскую порту, чтобы приглушить влияние России. Потому что атаманская порта явно у всех на глазах разваливалась, но вот ее развал искусственно задерживался. А в этом смысле, я думаю, что совершенно не исключено, что Китай вот тоже решит сыграть в что-то похожее. Но я думаю, что главным образом Китай будет просто выторговывать у США какие-то благоприятные условия в обмен на неподдержку России, которую он и не собирался оказывать. Я, кстати, вообще напомню, что Китай просто сейчас блаженствует, потому что, например, он остался одним из немногих потребителей российской нефти и газа. И вы знаете, на каких условиях он их покупает? На каких? Ну, помимо того, что он их покупает со скидкой. Так вот, он их покупает в счет кредитов, которые уже России, уже Путину дадены. И, соответственно, получается, что, ну, поскольку он считает возмещение этого кредита так, как ему хочется, то фактически он берет все это даром. Чтобы я так жил. Юлия, вот помните, тоже очень много и часто мы обсуждали в эфирах о том, будет ли Россия покупать именно баллистические ракеты у Ирана. И вот сейчас тоже сообщается в телеграм-каналах, пишется о том, что причиной, по которой Россия пока не покупает эти ракеты, вот даже на фоне собственного дефицита, есть то, что Запад в ответ немедленно перейдет на поставки Украине тоже ракет с более высокой дальностью, чем есть сейчас. Вот что вы думаете о такой вот версии? Я думаю, что это очень правдоподобная версия, потому что вот не здесь, но в других эфирах я много рассуждала о лестнице эскалации, о том, что когда ситуация эскалируется, то всегда важно просчитывать следующий шаг противника, и всегда важно иметь в запасе какой-то аргумент или какое-то действие, которое ситуацию деэскалирует дополнительно, и, соответственно, противника удержит от следующего шага. Вот это как раз лестницу эскалации неправильно выстроил Путин. Ну, собственно, чего он строил правильно? Потому что когда он в самом начале войны зашел с козыря и сказал, что я, если Запад вмешается, применю ядерное оружие,
он его вот до сих пор не применил. А вот сейчас, по мере того, как он ведет себя все, как у него одно за другим ничего не получается, вот его начинают щелкать по носу, а ему ответить нечего. На тот же самый А-50, на те же самые беспилотники в Брянской области, в Белгороде и так далее. На тот же самый рейд по Брянской области. Так вот, вот в этом смысле Соединенные Штаты тогда все построили правильно. К тому же я бы добавила еще одну маленькую вещь, что никто не знает того, насколько точны эти иранские ракеты. У меня есть серьезное подозрение, что они вряд ли сильно своими тактико-техническими характеристиками превосходят какую-нибудь точку У. Ну, конечно, они бьют дальше, это правда. Но я помнится, эти ракеты запускали единственный раз после убийства генерала Сулеймани. Там их запустили иранцы, чтобы куда-то попасть. И, насколько я понимаю, они с 17 или 16 ракет, 16 или 15 никуда не попали. Юлия, я благодарю вас просто за интереснейшую беседу, благодарю за все ваши ответы. Спасибо вам большое за то, что вы нашли и уделили нам время. Уважаемые друзья, я также благодарю за внимание и вас. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube-канал Политек. Обязательно подпишитесь на YouTube-канал Юлии Латыниной. Спасибо вам всем за внимание, всего самого доброго и до новых встреч. Юлия, обязательно ждем у нас еще на Политеке. Спасибо вам. Спасибо.